Всем доброго вечера, друзья, всем здрасте, всем привет, и сегодня у нас в эфире Ulm Epic, и будем продолжать дальше проходить эту замечательную игру, которая иногда пригорает. Привет, Александр, привет, здорово, приветствую, Happy Gevert, всем привет, ребята, всем добрый вечер. Так, 86% у нас от игры, что не может не радовать. Всем здрасте, ребятам. Продолжаем проходить на эпик. Так, ну что, куда-то надо нам было тащиться, сейчас посмотрим. Так, явно не сюда. Я уже, честно говоря, чуть подзабыл, где там эти комнаты были. По-моему, в боковом отделении. У нас тут еще и задания. Куча заданий. Ага, вот. Ой, сейчас будет геморрой небольшой, конечно, тут, но мы постараемся пройти как надо. Когда другие игры будешь проходить, ну, когда очередь наступит до них, тогда и будем. А что, надо бы это пройти.
Так, сейчас нужно, по-моему, по заданию... Так, по заданию бюрократящих Фоменраха. Черный ключ, кусок золотого щита. А, бюрократию выполнить. У нас же есть портрет. Сейчас я посмотрю с помощью свитка, куда нам тащиться. Потому что сейчас искать это место вообще нет желания. Где этот свиток? Для этого вам исключительные знания в вашем текущем задании. По показу расположения нужных предметов и дают подсказки для решения своего шпума. А, ну вот 5 свитков. Так, пока это не нужно. Свиток защиты, свиток краснею. Просто раньше играл 2 игры в день. Ну, это было раньше. У меня бывают периоды, когда, если есть время, то прохожу, соответственно, где-то там, ну, 2 игры в день, да. Сейчас такой момент, когда у меня только время есть на одну игру. Ну, также в будущем, естественно, будет время, я думаю, на 2 игры. Так, 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 так. Ну ладно, дойдемте так тогда, наверное. Так. Ой. Шея подзажавела немножко. Надо, по-моему, куда-то пройти. Что-то нам там портрет сделали. Явно я пришел не сюда. Но так и быть, я их все равно убью. Сволочь, все-таки они меня задели немножко. Так. Привет, привет, Саша. Доброго тебе вечера. Игра на Xbox? Нет, это на ПК игра. Блин, они что, неубиваемые, что ли? Ясен пень, короче, тут уже нас добили просто. Так, приветики, приветики. Так, ну что, опять идем туда же, наверное. У меня же лук есть, что я парюсь? У меня же есть лук с обалденными стрелами. Так. Я уже не помню, где это место было с портретом. Но я там портрет уже взял, но надо вернуться. А, вот сюда вообще вообще не идем. Нужно пойти, короче, в одно местечко, выполнить задание. У нас, кстати, уже опыт будет. Ах уж сволочи такие. Еще отравляют козлы. Так. Ну, вроде загасили, сволочи. Понемножку у меня жизни отнимаются. О, тут еще зона. Ох, тут, блин, тут будет где прогуляться. О, она и так добивается хорошо. Вархаммер. Вархаммер какой-то дали. Буава, кстати, это хорошо. Вархаммер, разрушитель скелетов. Буава. Урон почти 300, наносит опытный урон нежити. Шикарно просто. Так, персонаж. Ага, у нас скоро опыт уже будет, так что мы ее потянем, эту буаву. Все, замечательно. Мастерство ближнего боя. Вот, порошочек дали. Что может не радовать? Так, сейчас, по-моему, надо ниже, наверное. Спуститься. Усиление. О, а вот и уровень, ребята. Вот, ребятки, и уровень. Так, ну что, сюда. Да будет свет, как говорится.
упор викинга. Слушайте, ну прям кормят хорошими вещами. 337, на 100 пендерон нежити. Место, кстати, тоже заканчивается. Итак, у нас уровень. Булава. На одну подниму. Берем супер-пупер булаву. А, еще нужно. Так, булава. Так, все, наш супер булава крошитель. Ох, как она хорошо носит. Меч негодяя какой-то дали. Так, урон, дополнительный урон цветом плюс 10. Все, место забито. Место забито, негодяй полон. Полон вещей. Ох, как я его технично забил. Так, порошочек. Так, что тут за оружие? Что это за оружие? Понадавали мне, конечно, оружие. Что-то я могу выкинуть. Кстати, у меня тут зелье инфразрения просто до хрена. Просто до хрена. Пока выкину. Серебряный кинжал волшебника огня какой-то. Ну, это, блин, орка. Ну, неплохие вещи, блин, ну жалко. Что-то даже выкидывать. Так, мне этот портрет нужен. Что-то надо выкинуть вот прям совсем ненужное. Привет, Сэф. Я тебе скину ссылку на тот момент мультика про испытание бюрократии. Окей, я гляну. Спасибо, Сэф. Так, крыло летучей мыши могу я выбросить. Хрен с этим крылом. Оу, это что за краб там ползает? Нифига себе там крабушка. Это босс типа походу, ребята. Кажется, это босс. Так, туда пока не заходим. А, воришка тут появился. Ну ладно, бери крылышко, бери, я тебе потом. Потом у тебя все спарисошу. Все зажег? Я не все зажег. Идет, 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 я цену этого. Цену этого жулика. Кружка-то взял и пошел, пошел. Ну ладно, бери, бери, не жалко. Так. Там еще какая-то лестница. Мне тебе еще эти сундуки открыть. Это Борис? Борис Барбарис. Да твою медь-то, а? Да зря я это сделал. Ах ты ж скотина, блин, черт, не успел вылечиться. Потом, негодяй. Ненавижу вас. Так, ладно, все при мне самое главное. Где, куда этот портрет-то нести, блин? Так, вообще, конечно, было бы круто что-нибудь выкинуть, продать, я не знаю, мой персонаж сам по себе куда-то топчется, джойстик не тупи. Так, ладно, что, у меня опять все забито, блин, дерить колотить, ну просто. Ладно, короче, давайте отнесем этот портрет. Я уже не помню, где он тут был, но где-то добыл, наверное. Так. Здесь уже какой-то проход, я помню, был. Паскуда. Да сколько же вас тут паскуд? Ну, кстати, больше урона наносит значительно, чем та ерунда. Ладно, хрен с ним. Вот, вот. Тут кому-то нужен был портрет. Вот портрет, говорю. Портрет. Так, портрет. Кому он там нужен-то был, блин? Запрос на картонку официального приспешника Хронекона.
дали мне наконец-таки. Паша, бюрократия. Форма МЦ-3805. Запрос на карточку официального приспешника РНКО. Напиляйте ее в окно с тремя костями. Не, нет. Черепа за кости не считаются. С тремя костями. И... Окей. Идем отдавать. Карточка официально приспешника Харнекона. Так, что тут у нас? Выдается всем официальным приспешникам Харнекона. На ней есть ваше размытое изображение. Передайте ее в окно с костью, костью, черепом. Кость, кость, череп. Так, кость, кость, череп. Это явно ниже находится, по-моему. Это ниже-то, по-моему, некуда. Кость, кость, череп. По-моему, тут было еще отделение, оно выше. Банк, кстати, да, надо ключи выложить будет. Кость, кость, череп, вот. У меня же ключи есть, которые я уже использовал, на самом деле. Гербовая печать Харнекона. Так, еще у нас тут за печать. Официальный зарегистрированный в 5 странах товарный знак. Передайте его в окно костью, черепом, костью, чтобы получить официальное одобрение. Кость, череп, кость. Кость, череп, кость. Кость. Череп, кость. Ох, что бюрократия. Кстати, да, надо будет выкинуть ключи-то использованные. Просто я вдруг где-то мог упустить там, не знаю. Одобрение правительства. Паша налево. Теперь ваша кандидатура официально утверждена. Ваши родители могут вами гордиться. Передать это письмо в окно с костью, черепом, черепом, чтобы наконец получить форму заказа. Кость, череп, череп. Жестец просто. Запрос на форму А200. Так. ХХК 2122. Форма запроса форм. Включает поле для отпечатка вашего языка. Форма запроса А200 была проверена. Передайте ее в окно черепом, костью, костью. Череп, кость, кость. Ну, поехали. Череп, кость, кость. Так, череп, кость, кость. Сейчас, сейчас, череп, кость, кость. Вот, вот сюда. Форма АВ-200. Далее. Снова здорово, синьки, это Quantum Tom. Привет, привет, Марафет, привет. Ты, походу, переименовался, как я понял. Привет, давно тебя не видел на стриме. Рад тебя видеть, дружище. Добро снова, как это, пожаловать. Форма запроса АВ-200. Не хватает только подписи, ваша не считается. Передайте ее в окно с черепом, костью, черепом. Череп, кость, череп. Иди тут, конечно. Череп, кость, череп. Вот та самая верх. Подписанная форма А200. Форма запроса ответа полностью заполнена, подписана. Даже заляпана в нужных местах. В окне с черепом, черепом, костью ее с радостью примут. Череп, череп, кость. Череп, череп, кость, блин. Так. Разрешение. Бланк разрешения на закупку ЗКП-10. Форма запроса АВ-200 с большой печатью. Вы понятия не имеете, что написано в штампе. Передайте его окно тремя черепами. Такое ощущение, как будто я БТР покупаю военный, блин. Куча бумаг на себя оформляю тут. Я не знаю, за какое-то оружие тут такого, дубинки, я не знаю. Так, куда передать там? Вот его окно с тремя черепами. Вот, сюда. Буя. Этот предмет необходим вам для выполнения одной из заданий. Завершите разрешение на покупку. Сегодня на блокаун тоже ретрекнет. Ну, это рад. Приветствую. Рад тебя тоже видеть. Так. Вот твои 4 разрешения, мать его, просто
хуй, дорогая редакция, как же меня это все... А вот это будет увидеть разрешение, все как надо, убудут сразу, чтобы рушать тебе костово. Выложил как все надо. Ух ты, что, блин, что он там выложил? Какой-то кастовом. Эксклюзив какой-то, я не знаю. Во. Кастовом, 305. Блин, че за 305? Ну и в чем его особенность? Нужен уровень 14. Это зачарованное оружие может атаковать две цели одновременно. Да, в этом его преимущество есть, честно сказать. Только мне уровень было поднять. А, ну это булава. Слушайте, 14 уровень. Изи. Булава. Вот, максимально. Теперь я смогу его потянуть. Все, ништяк. Вот у меня там куча булав. Мощь бюрократии. Я потратил на нее 2 стрима, а толку нет. Вот. А толку-то нет. Дали какую-то хрень, которой хочется просто всех тут отдубасить за окном. Ладно, главное, мы это выполнили. Это безумие. Дыть колотить. Так, теперь другое задание. Черный ключ надо найти. Но сначала мы отправимся в наш любимый нимб. Сохранимся от греха подальше. Потом я обязательно пойду применю свое волшебное перышко. Приду вот сюда, скину все свое барахло куда-нибудь. И пойду во свояси. Так, оставляю. Меч оставляю. Лук оставляем. Альбертус. Альбертус мне не нужен. Выбросили Альбертус. Так, кинжал вставляем. Что еще? Альбард загнул холодом. Ну, честно сказать, тоже не нужен. Кинжал мой с торком тоже не нужен. А выкини что-то еще, блин. Слама до хрена. Ладно, уже что, места нет, что ли? Так, там в уголочке есть местечко, кажется. Черт возьми, надо книгу продать. Том заживления. Ах ты ж, блин. Какую-то дрянь взял. Так. Так, я продам тогда такие оружия, которые хорошие. Точнее, плохие, а хорошие я сюда выкину. Это оставлю, продам. Тоже продам. Крит огнем. Блин. Коплю, как же, я же любитель копить. Так, том заживления, я могу сейчас книжки прочитать? Тут какие-то книги были, которые, наверное, нужен уровень 3 навык исцеления. А какой у меня уровень? Чары. Первый. Блин, а как эти получить-то? Зараза, ладно. Придется пойти что-то продать. А, черт, я застрял тут. Выбрался. Выбрался из этого дерьма. Так, ну теперь мне надо, получается, пойти к Зарану. Инвентарь бы не помешало бы как-то лучше увеличить. Так. Заранчик, я сейчас продам всякое тут барахло. Тут хоть ума нет, продавать не буду книжку. Так. Снять пожертвы на некоторое время. Ну, блин, честно говоря, мне эта фигня не нужна. Что мне еще продать нужно тут? Парализует жертву некоторое время. Тоже не нужен. Продаем. Так, что еще-то не нужно? Вот меч не нужен. И дрени фени. Так. Ключи, кстати. Вот ключи надо будет выкинуть. Экономика войны вам может послужить причиной победы, как бы это ни случилось. Ну, кстати, да, тоже верно. Так, ну, у меня, кстати, еще порошков полным-полно и колец. Что бы еще такое? Что бы еще такое? Ладно, я сейчас сделаю так.
блин, опять это инфразрение, у меня уже дофига этого инфразрения. Теперь же я могу что-то взять еще, получается. Том заживления. О, том сон. Теперь я могу что-то выкинуть. Так, составной лук. Длинный. Вархаммер, топор викинга. Топор. Вот топор я могу выкинуть. Все, отлично. Меч негодяя тоже могу выкинуть. Крит огнем. Вот это я тоже могу выбросить. Что еще могу выкинуть? Тоже выкинем. Все, отлично. Так, все, оставим, короче. Моя прелесть, как говорится. Положи ключи, зачем ты их соскаешь? Ключи сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужно место для этого. Я сейчас смотрю. Так, разум, уровень, сон. Че же я не могу? Тут какой-то уровень есть еще, походу. Нужен третий уровень исцеления. Персонаж. Так, зелье, огонь, лед, свет, тьма, исцеление. Вот я могу сделать, в принципе. Вот. Все, ништяк. Кстати, хилиться будем лучше. Так, вот, том заживления. Пока это заклинание активно, ваша рана медленно исцеляется. Так, новое заклинание у нас, заклинейшн. Заживление, требуем зеленый порошок. Пока это так, ну короче, регенерация, проще говоря. Так, какая еще книжка там у нас есть? Ну это мне не нужно, это первый уровень, значит. Вот, том заживления, если я покажу. Ага, у меня их два штуки получается. Ну, можно продать эти две книги. Сейчас пойдем к Зарану. Продадим эти книжки. Дополнительные бабосики и место теперь есть. Так, теперь я могу хотя бы телепортнуться туда-обратно. Хранилище. Так, что я могу отсюда взять? Короткая стрела, халат ученого, когтистое копье. Так, выкину тогда я вот эти ключи, значит, да? Ключ от лаборатории, я не знаю, я везде ли его про... использовал, я не уверен. Ключ от катакомб, ключ от библиотеки, ключ хернобанка, его оставим, ключ от сада, ключ от шахты, ключ от коллектора, ключ палат, палат оставляем. Значит, получается, вот эти ключи мне не нужны. Все, я их выкидываю. На место нужно, чтобы все выкинуть. Есть. Только один ключ выкину. Ну хотя бы один. Что уж тут делать. Ну конечно, тут надо половину барахла продать. Вот, боевой топор, боевой топор. Привет, Джипом. Приветствую. Так. Сейчас я ключики повыкидываю. Катакомбы. Катакомбы. По-моему, катакомбы я все посмотрел уже. Лаборатории тоже выкидываем. Банка, сада. Выкидываем. Шат выкидываем. Коллектор оставляем. Нет, коллектор, по-моему, тоже был. Вот, все ключи тут. Отлично. Ключ от клеток мне, кстати, тоже не нужен. Вот этот ключ я оставляю. Для чего-то еще будет нужен. Потому что там где-то я мог что-то упустить. Так, вот эти всякие сабли, шмабли, это все продаем.
Так, ключ от моего банка. Я таган истребитель орков. Честно сказать, их полно этих вещей. Глава 252 урона. Да, можно эту булаву продать, честно говоря. Наконец-таки место появилось. Куча места, только 13 колец, а одеть только 8. Ну мало ли там, для какой-нибудь цели тоже понадобится. Пусть колечки лежат пока. Пока это понадобится. Так, а куда пропал Буба? Без понятия, честно говоря. Может, с курасанами время проводит. Черт его знает. Так, а если я ниже спущусь? Ага. Так, теперь получается наше следующее задание — найти черный ключ. А вот сейчас надо использовать свиток. Ясновидь дает вам исключительное знание о вашем текущем здании, указывает расположение нужных предметов и дает специальное решение сложных головок. Использовать. Необходимо для решения задания предметов появится на карте, однако это работает только в комнатах. The two swords icon indicates that you have to kill a monster to obtain an item. The chest icon indicates that an item needs to be collected for the quest. The highlighted icon indicates the active quest you're following in the quest panel. Otherwise, dark icons belong to quests that you're not following. Спасибо, конечно, за инструкцию, но я что-то хочу увидеть, где, куда идти теперь. Это, походу, свиток инструкции был. А, нет, смотрите, ну, показано, да, вот, показано. Ну, блин, в сундуке они и так были показаны. Я не знаю, что там мне как-то объяснили. Ну, ладно, фиг бы с ним. Все, молот Тора идет. Сейчас будем всех крошить. Ох, он две цели бьет. Зараза. Так. Can't open it. Открывается заперто. А вот еще дверь, кстати. Вот сюда я не ходил, между прочим. Я, конечно, могу сюда спуститься. Опа. О, ребята, здесь будет босс. Время молота. Сейчас будем крошить. Сейчас будет босс. Призывалка. Эй, Зера, есть хорошие новости? Проклятие, здесь живет Мидекс. Его сила так чудовищно велика, что под его взглядом жертвы превращаются в камень. Он превращается в камень взглядом? Дай угадаю. У него, наверное, шикарная шевелюра живых змей. Так и есть. Так ты узнал об этом? Он должен быть брат одной милашки по имени Медуза. Я сделаю то же самое, что и Персей. Отделаю голову от тушки. Body. Тушки? У Мидекса нет тела, он представляет из себя сплошную голову и непробиваемый серебряным шлемом. Послушай меня, маленький смертный бахвал. Сила Мидекса таит в его среднем глазе. Должен избегать пролезучего взгляда любой ценой. Если чувствует, что он собирается его использовать, просто отвернись, это спасет тебя. Кое-что еще, его змеи плюют вполне себе смертоносным ядом. Так что держи под рукой все антидоты, которые могут понадобиться. You're going to need them. So, так и запишем. No глаз не смотреть. Ну все ясно, погнали. Come on, let's go. Чую, не вернется мне в мой замок. Да, я тоже чую, что я сейчас, по-моему, сдохну. Тут будет большими буквами написано ГГ. Ну ладно, так, где мой лук правосудия? Оно наверняка будет летать. Короче, отворачиваемся вот так, когда он там махнет. Большой бадабум. Выпьем немножко. О-хо-хо! Нифига себе! Ну понятно, это, конечно, следовало ожидать, это понятно тут. Тут все ясно. А, ну да. Очень удачное место меня закинули. Но я пока не знаю, где этот босс. Ой,
Большая Берта. Черт, я ему сейчас устрою. Короче, надо отворачиваться, все понятно. Ой, блин, опять это слизни. Ладно, хер да с ней. Просто побегу. Так, ладно. Намек понятен. Так, сейчас вот эта дрянь пройдет, я пока подумаю. Так, есть что? Зелье силы великана одно, зелье скорости. Это мне должно помочь. Плюс еще всякие хилки, всякие заклинания. Короче, до хрена всего просто. Я думаю, мне этого хватит. Ну все, сволочь, иди сюда, мать твою, надеру тебе задницу. А, все ясно. Сложно. Сложно. Хотя нет, ничего тут трудного нету тоже. Что-то ты какая-то живучая сволочь. А, наверное, сила в глазе. Тихо. Я понял. Ладно, понятно, короче, загасила сволочь. Короче, как я понял. Возможно, можно попасть в глаз, но я не уверен. И урон, кажется, не наносился, когда я стрелял. Что меня не очень радует. Он умеет стрелять лазерами из глаз, как Супермен. Надеюсь, он не умеет проламывать эти стены, как Супермен. А то боюсь, что он меня вместе с этими стенами унесет. Хотя уже унес два раза. Чёртова слизень проклятая. Так. Не, ну его можно выиграть, я уверен. Хотя, наверное, что-то дадут такое, что можно будет потом его выиграть. И, так, попал сюда. I fear I will never return to my castle. Так, надо подумать. Стрелы, наверное, на него не действуют, или что там, я не знаю. А, я не тот лук-то взял, блин, я взял вот этот лук, по идее. Надо было вот этот взять, с магическими стрелами, а я стрелял обычными стрелами, блин. Есть еще Борис. Что за Борис? Борислов? Так, сейчас мы устроим. Иди сюда, мать твою. Чё-то ни хрена урон не чувствуется. Мне, по-моему, пофиг вообще. Ага. Чё за киборг-убийца, блин? Просто выносит. По-моему, без толку стрелять в эти... У него там чуть-чуть что-то унесло. Чуть-чуть. Ну, вообще, как бы, ни о чем получается. Ладно, понятно. Хрен с этим боссом. Оставим его в покое. Головы отбиваются? Ты имеешь в виду, типа, вообще отрываются? Чтобы не стреляли. Ну такой себе, знаешь, сэр. Че? А, тут же нет лестницы, блин. Да, что за дрянь? Да, пошла жара. Не, ну голову очень долго ему отстреливать, во-первых, приходится. А хрен его знает. Тут уже, как говорится, хрен его знает. Хорошо. Да ёлки-палки, блин. Так, ну ладно. Буль-буль.
хотя по сути стрелять-то, а? О, я попал в глаз. О, я могу попасть в глаз. Ну, вот. Глаз надо бить. Глаз надо бить. Чёртовы бошки. Эх, ты ж зараза. Короче, такое себе это дело. Бошки мешают, вот в чем проблема. Надо либо внизу как-то сидеть. Попробую огненным шаром в один раз. Кстати, да, надо попробовать, а вдруг, вдруг прокатит. Так, блин, эти проклятые скользкие руки. Ладно, давайте без звука попробуем. Просто вот огненной магии. Да твою медь-то, а, ну ж, зараза. Чё же он так выше-то поднялся? Вот лазеры из глаза легко увидеть, просто смотри в другую сторону. Нет, это-то понятно, но... Надо же что-то делать, он же там пыляет еще своими этими. Хотя, если под низом находиться, там, может, не попадет. Так. Да кислота еще, зараза, проедает меня. Пока он, блин, он еще пока прицелится, тут дрянь. Прицел сбивается, с ним нереально сражаться, так я не знаю. Пока он прицелится, он еще, блин, там, не знаю, меняет эти цели, блин, 10 целей. Потом, пока дрянь еще долетит на меня, меня там кацанет, блин, и с прицела опять сбивается из-за этого. Короче, хитро тут придумали. Так, чем бы его так хорошенько огреть-то? У меня есть один свиток, я не знаю, подействует ли он на него или нет. Свиток прикоснемит цвет в жертву монеты. Чем больше у нее было здоровья, тем больше получится монет. Так монеты-то все нахрен всем вниз посыпятся, что как раз-таки плохо. Головы, кстати, тоже убивают, лучше с ними сначала сбить. Но я думаю, что да, наверное, все-таки головы лучше гасить. Попробуем. Попробуем. Прикосновение. Прикосновение Мидаса, ну как бы это просто звучит так. Так, может читается цветок. Цветок незримого излучения. Цветок мастерства ближнего боя, незримого в ближнем бою. Чё тут еще было? Тут, по-моему, что-то такое еще было хорошее. Наследие защиты в ближнем бою. Вот, владение мастерское владение луком, значит, урон на сумме стоит на свой посыл, что антического попадания 35, сквозь сумму 35. 5 зелья от яда. Противоядие. Ну, кстати, да, ну, ладно, мы потом сделаем. О, пошла жара. Зараза. Лови, сволочь. Да нифига, как он так попадает? Oh.
О, я ему одну оторвал. Какого хрена ты телепортировался сюда, чертов козлина, мать твою? Какого хрена? Просто хочешь спросить. Я еще сохранил с автоматом. Я же нажал исцеление. Чего это он применил, этот ним проклятый? Черт возьми, я же говорю, просто реально, черт возьми. Да блин, что это бесячие слизняки, блин. Я еще и свиток потратил, блин. Шикарно просто. Пустую, причем там такой урон неплохой был. Только да, одну голову, еще и свиток потратил пустую. Блин, вот что за закон подлости просто. Дурацкие скользкие руки еще. Да зараза. Мерзкая паскуда. А чё это он восполняется, я чё-то не пойму. Как будто бы, я не знаю, не действует. Мерзкая паскуда, а? Блин, я и свиток потратил, ну прекрасно, блин. Был такой шанс хороший. Хотя можно где-то его, наверное, прикупить, этот свиток. Я прям не думаю, что он там единственный в своем роде. Это мерзкий босс, блин. Даже надо будет этот проклятый ним телепортироваться. Вообще я уберу к херам этот ним. Что-нибудь другое вместо него поставлю. Поставлю вместо него дракончика. Пока что на эту битву. Так, чем бы его так удалить? У меня еще противоядие. Их можно поставить сюда, вот так. Так, тут диалога не будет. Зараза, попал же все-таки. Блин, вот эта херня, он обязательно попадет. Не понял, а что это у меня не проходит, эта дрянь? Да чтоб тебя, тут, по-моему, хилки нужны. Так просто не пройти. Отравление еще полным ходом. Нет, тут, короче, мы не потянем, это однозначно. Блин, жалко, свиток потратил. Вот это плохо. Вот это жалко, свиток потратил. Короче, пойдемте другое задание выполнять. Черный ключ. Куда мы еще успеем прибежать? Зараза, все заделал. Не достает. Да нет, тут нужно что-то более мощное. У меня нет такого, что-то такого мощного. А Бориса, хочешь скажу фишку, самую плохую точку, потому что надо сверху ставить. Ну, может быть, может быть. Давайте, ладно, еще попробуем. Последний раз. Ё-моё, блин. Что так медленно, блин, проходит, как специально. Так, ну хорошо.
Да зараза, блин. Попал, блин. Ну чё, он не лечится, блин? Ни хера не лечится, по-моему. Он, наверное, что-то пускает, при которой при этих обстоятельствах я не могу лечиться почему-то. Еще проклятые, а лучше чтобы всех там шатало вертело. Одна есть. Да твою мать-то, а? Ну скотина, блин. Ну какого хрена он должен был вниз-то пойти, блин? Тут тоже стрелок, когда она еще пускаю, блин. Зараза. Давай фаерболем попробовать. Ну попробуем, по-моему, там не чувствую особо. По-моему, особо не чувствую. Сейчас попробую. Так, сейчас я опять поставлю всю бребень. Так. Висячий враг. Точнее, босс. Достаточно бесячий. Как ты попал? Чем, блин, больше попадает, тем мне хуже. Отрава сраная, блин. Да я, короче, понял примерно тактику. Примерно я понял. Не отравил Казадина. Нельзя сразу туда, я не знаю, респануть меня. Чертова система чекпоинтов. Да, уже поздно. Поздно уже лечиться. Так, блин, как жалко, что этот долбанный свиток потратил. Блин, надо было так тупо вообще лохануться с этим нимбом, блин. Учись и хилиться. Нет, тут если хилиться, почему-то не действует хилка. Я не знаю почему. Это странно. Как будто я в минусом ухожу с этой хилкой. Да, кстати, надо противоядие. Но я поставил. Я вообще... Вот, кстати, я забыл про противоядие, блин. Там же просто не до противоядия, как бы.
попало. Я тебя сейчас жопу порву. Лови, падла. Всех нафиг ушатаю. Да, тупой перс, блин. Я еще главное, он был туда повернут. Нет, он почему-то туда повернулся. Что за... Мать его, за ногу, блин. Тупой персонаж, блин. То ли эта кнопка, я не знаю, сработала, то ли что. Сука. Просто хочется, блин, обругать просто персонажа, блин. Ну, блин, ну, короче, вы видели. Такая вот херня должна была случиться. Ладно, ну, мы поняли, как сражаться, по крайней мере. Ах. Да, это вообще... Да я, блин, главное еще вниз нажал. При этом я видел, что он был влево повернут. Он когда влево повернут, когда спускается потом по лестнице, он влево автоматом поворачивает. Почему-то он повернулся вправо. Это вообще... Именно в этот момент, блин, именно в этот момент. Ладно, сейчас я еще раз попробую. В принципе... Техника работает. Технически все работает. Да? Чертов имбецил, блин. Выпивай ты эту хрень. Мазила, блин. Лови, падла, лови, сволочь. Ага, он так сразу поворачивается. Понятно, короче. Мазила, блин. Давай, 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 я в тебя верю. Легкий что-то с ним церемонится, блин. Блин, оторванные шланги болтаются там. А, я так не попаду. Мочи эту козлину. Надеюсь, стрел хватит. Пусть еще меня сейчас подхиливать будет. Ах ты ж! Паскуда. Паскуда, тварь, сволочь! Жри. Попробуй сюрприз. Надеюсь, новые не отрастут, блин. Жри, око смерти. Че за дрянь тут? Разлеталась. Ах,
жопа, а. Горает, горает. Скотина. Слишком, слишком тут много скопилось этого дерьма. Чё-то нихера... А, это усиление. Да лечись, олень, блин. А я не то применяю, чёрт. Я не то применяю. Они, кстати, расти ничего не могут сделать. Да не стреляй, блин, черт тебя возьми. Козлина, мать твою за ногу. Чертов глаз. О, пока они на него сагрились, это радует. Все, у меня стрелы кончились. Такие. Ну, обычные пойдут. Так, усиление. Да чтоб тебя. Сейчас я тебя устрою. Завалю. Падаю, черт, куда ты отправился, блин? Куда ты? Чертов ним, блин. Хотел подлечиться, блин. Я его завалю технически-то. Технически-то я его завалил. Если он там не оживет, блин. Черт, какого хрена этот ним, блин, он не активировался. Вот будет смешно, если сейчас он там не сдохнет. Нет, фактически он сдох. Да профессор просто зашатает все. Да ладно тебе, блин. Серьезно? Ёб твою медь, блин. Я сейчас сразу в камень превратиться. Нимб. Сраный. Ёб. Нимб. Мать твою за ногу, просто вот ебу. Честь самурая оскорблена. Надо это поправить. Так, ну хорошо, падла, сейчас тебе пройду с катком второй раз. Это что-то сраное это скольжение, блин. Смазку, блин, намазал свою. Ладно. Раунд 2. Да твою медь-то, а. Ну чтоб тебя дрючили, блядь. Что тут джойстик еще? Привет, лысому. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, это же надо было на сраный нимб нажать-то, а. Ну ладно, в принципе, я понял, как с ним сражаться. Он-то легкий на самом деле. А, попал, да? Блин, это надо было мне на этот нимб нажать. Блин, это вообще, конечно, эпик фейл просто. Минус одна. Ну, ладно, понятно. Как бы. Как это кнопки не донажимаются? Вот. Какая-то херня. Не, меня что больше всего убило? Я его завалил. Фактически я его завалил. Тупо телепортнулся в ним. Вот тупо случайно. В этот момент надо было нажать эту треклятую кнопку.
И мне не засчитали битву. Ну вообще просто обалденная игра. Умеет игра удлинить удовольствие. Да я хочу как-то, ну, забываю, в темпе бываю все время в этой чертовой игре. Так, где этот чертов ним нахрен убираю вообще. Так, хорошо. Сейчас я еще раз сосредоточусь. В принципе, восстановка есть, все, что надо, есть. Все. Стрелы тоже есть. Сейчас все сделаем. Лови, сволочь. Ах ты ж, скотина, попал. Максимально будем использовать. Так, лечимся. Отравление. Все, гасим эту тварь. Че этот прицел проклятый сбивается? Палки, ну чтоб тебя за ногу, блин, а? Самая конченная битва, наверное, с боссом из всех, которые я тут проходил. Я бы сказал, даже самая неудачная битва. Потому что потратил до хрена, возможности пропустил до хрена. Сам себе усложнил, блин, прохождение. Так, ну-ка. Сейчас я вот двойной. А кто тебя просил-то нажимать? Ну, блин, ну что за... Джастела, блин, просто... Бля, я просто вот... Охереваю вот из этой системы, блин, нифиг, блин. Что за... Из одной кнопки. Твою мать, ну просто... Привет, Эль, здоровки. Приветствую. Привет, 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 ребята, у нас жопораздирающая битва. Кстати, очень простая, но, блин, почему-то я умудряюсь сам себе ее усложнить. Самое смешное.
все возможные, я не знаю, уже методы перепробовали, чтобы не пройти этот уровень треклятый. Так, заходим. Вообще просто в невесомости куда-то уплыл, блин. Это вообще просто что-то, вот просто что-то. Ещё как... Вот это вот эти скользкие руки, как это раздражает, блин. Да вообще просто потерял по дороге ук. Все, теперь нахрен, аккуратно, все внимательно делаем. Все, отлично, делаем это долбанное усиление. Вот так. Потом зелье великана. А что, это такое же усиление, что ли? Блин, зря только потратил. Думал, это два разных усиления. Ладно. О, гуастрая, найс. Пока будем в глаз стрелять. Чтобы немножко времени сэкономить. Так. Чё прицел-то сбивается, блин? А, короче, к середине жизни он своих этих духов выпускает. Все понятно. Статки нормально так. Аллилуйя, блин. Пипец. Все, бабки, 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 бабки. Ключ от башни. Ночь серпантири. Вы победили седьмого стража, получили ключ от башни. Damn, I'm good. Блин, наконец-таки я одолел эту сволочь. Шилу. Все, ключ от башни есть. Можно вообще гонять отсюда к херам. Хотя я хочу все равно досмотреть локацию полностью. Спасибо, Рим. Просто. Просто затащили, как не знаю кто. Теперь. Так, теперь Нинк снова возвращаем на место свой. Заставил, конечно, босс нас поматериться.
Жалко, мы еще потратили свиток. Ну ладно, хрен да с этим свитком. Будем считать, что потратили на босса. Так, я пойду досматривать дальше эту локацию. Сколько у меня стрел осталось? 36. Ну, наверное, хватит, я думаю. Не-не-не, спасибо, дипломчик. Два раза хватило. Два раза мне ого-го как хватило. Все, теперь мы идем вот так. Столько всякой дряни. Подождите, а если мы ключ получили, а можно им открыть эти ящики-то? Нет, нельзя. Тут, короче, спецключ нужен. Так, на рыцаря вообще не реагируем. Бежим. Так, в этой двери был или не был, уже не помню, нифига. Да твою медь-то, ё-моё. Зараза, блин. Да, я сохранился, если что. Так, по-моему, все, здесь я уже все решил. Портрет я взял. Да твою медь-то. Тоже можно замораживать. Черт! Возьми, блин, а! О, блин! Козлина, меня все-таки загасил. Ай, одну ошибку сделаешь, все, там начинается жопа, вот серьезно. Это прям закон подлости. Ладно, самого главного босса мы завалили. Просто вообще пипец. Опять отсюда идти. Сволочи. Сволочи, подонки, всех загашу. А, тут же кувшин я вижу. О, стрелы. Магические. Ух ты, магические стрелы стали давать. Нифига себе. С чего это вдруг? Ну вообще круто, если так это на самом деле. Ах ты ж зараза, то такая, он тут упал, он сюда в эту хрень, ну ладно. Мне же вниз надо пойти. Горите синим пламенем. Скользкие руки. Так, где мой лук? Ах ты ж падла, а? Все равно меня коснулся. Добудет свет. Так. Кстати, при усилении очень хорошая экономия. Так, я еще сейчас сверху посмотрю. О! Доезжишь. О, дверца, тут еще и проход. Вот, кстати, краб, это типа такой босс. Так, задание, походу, будет. О, ну теперь это отсылка к Артуру, который, типа, вытащил меч из камня. Добро пожаловать, юный воин. Меня зовут Мерлин, а тебя? Мое имя? Ах, да. Я Артур Пендрагон. Разрази меня, гром. Мое пророчество сбывается. Возможно, ты избранный. Тот, кому подчиняется легендарный Экскалибур. Серьезно? И чего мне надо сделать, чтобы вытащить его из камня?
Только избранный Богом Света может сделать это. Лишь один из тех немногих, кто удостоился его божественной милости, тот, кто встанет на путь избранного, должен неистово сражаться со злом, чтобы получить Экскалибур. Ага, то есть, заслужив достаточно милости, я смогу вытащить меч из камня? Именно так, мой юный друг. Если ты получишь достаточно божьей милости, принесешь свой портрет и 15 монет для уважения формальности, то ты сможешь получить меч. Портрет? Где же я его найду? Где-то поблизости обитает призрак художника, казненного много веков назад. Возможно, он может запечатлеть твой лик. Снова бюрократия, ребята. Снова это чертово портрет. Я еще думал, взять что ли портрет, как-то неспроста там... Ха, да это же тот самый настоящий Экскалибур. Попробую вытащить. Так. Ну-ка. Никак крепко застрял. Понятно, короче. Я сегодня послушал Серегу песню, под которую выходил даже в плакун, такая душевная песня. Ну, песня, да, я знаю, это, кажется, песню. Я один раз ее, по-моему, слушал. Песня хорошая. Ой, блин. Ой, моя задница. А, подождите, так вот здесь, наверное. Ну, я успею подхилиться. Ой, выпью эту кубу. Да твою мать-то. Что за мерзкие существа? Вот, вот портфель. А как песня называется, дружище? Скажи. Да, кстати, я вот песню... Блин, как она называлась? Я ее один раз очень давно слушал уже, не помню. Вот может Ирин как раз таки подскажет. Купить. Разное. Портрет. Все, портрет есть. Все, задание уже выполнено. Идти далеко не надо. Сабина и Дагестан. Ага, да-да-да-да-да, вот так она называлась. Блин, я ее очень давно слушал, но песня реально хорошая. Приветствую, Мерлин. У меня достаточно божьей милости. Можешь причислять меня к лику святых. А вот и портретик. Чудесно, чудесно. Приступим. Имя Артур. Фамилия? Ну, Пендрагон. Адрес? 3-я улица Строителей, дом 25-й, ой, путаю. Камелот, конечно. Камелот. Почтовый индекс. Я так сразу не припомню. Молодой человек, каждый должен знать свой почтовый индекс. Ладно, проехали. В-мейл. В-мейл? Да, парень, адрес волшебной почты. Ну да, разумеется. Артур, собака, камелот.орг. Артур, собака, камелот, орк. Хотел бы вы получить бесплатное уведомление о легендарном вооружении и защите. Нет, только спама на волшебной почте мне не хватало. Прекрасно, нам все выполнено. Мейдж ждет тебя. Аллилуйя. Карточка избранного. Меня тут по-прежнему травляет. Джойстик, не тупи. Пусть просто я сплакну. Нет, петь я не буду. Я ее не помню. Я же говорю, я очень давно ее слушал. Очень давно. Один раз, то ли два раза, помню. Очень много. Уже времени прошло. Я даже ее не помню, как она там пелась. Так, Экскалибур меч. Навык мечи 13 уровень. Урон 325. Дополнительный опыт плюс 23. Шанс крит ударов мечом плюс 9. Легендарный меч. Наносящий дополнительный урон магии. Увеличивающий прирост. Слушайте, охрененный меч. Это получается мне, если мечи качать до 13 уровня. Забудьте.
Это минимум два уровня еще. Но задание мы, по крайней мере, выполнили. Это не может не радовать. Довольно быстро. Получили мы наш экскалибур, который мы не применим. Так, тут еще какой-то краб. Какой-то краб обитает. Большой такой краб. Так, подождите. Давайте к крабу спустимся. Сокрушалити сделали. Так, а что это за краб такой интересный? Это что, не Банивор тут ползает? Блин, кусается. Это Борис. О! Уф! Это что за язык, блин? Так, секунду, тут нужен лук. Раз он панцирь его хорошо проест. Еще маленькие крабики ползут. Короче, что за крабелла? А, да, это босс, ребята. Второй босс, причем на карте. Но он легкий. Да твою мать, да. Да отвали ты! Мне жрать, все отлично. Ой-ой-ой-ой-ой! Крабы нападают! Что ты долго лечишься, блин? Красный порошок дают. Давай, иди сюда. Да ты, блин, шустрая падла. Ага, надо всех крабов было завалить. Слушайте, неплохо мы двоих боссов завалили за один стрим. Черный ключ, вот он. Вот он, ребятки, сейчас будем собирать куски этого, как его, щита. Или как он там будет, герб. Максимум дэмэдж. Так, воришка, воришка. Ладно, пусть он там забирает порошок. Да твою мать-то, а. Все, отлично. Перфектли. Ой, блин, тут еще этот хрен. Я у маги одолею. Гори-гори ясно, чтобы не погасло, сволочь. Ух, нифига себе, тут алебарда рейнджера какая-то. Шанс крит удара копьем плюс 2. 249 урона, неплохо. Хотя, честно говоря, мне вообще нафиг не нужна, но продать можно будет. О, магическая стрела. Так, собираем, короче, наши куски щита. О, а ты дали. Доспехи 11. Ну, это такие старого образца, их можно будет продать. Кусок золотого щита. Так, один есть. Пойдемте дальше собирать. Куда это я забрел? Сейчас заказ следующий. Ну... Пока я планирую какую-нибудь свою игру еще запустить. Пока не знаю, я еще не смотрел список. Ой, блин, меня отравили, что ли. Так. Сейчас, где-то что-то. Ага, вот.
что такое? У меня отравление, что ли, до сих пор? Так. Есть. Вроде неплохо. Вроде неплохо. Так, ну ладно. Серёг Кар умер, как теперь быть? Как быть? Жить дальше. Просто жить дальше. Помню, блин, с карабинкой, говорится. Так. Надо бы подхилиться. Так, получается, где еще? Вон я вижу еще, блин. О, тут еще, кстати, целая локация. Так, какого фига ты садишься? Блин, я же не садился тут. Знаешь, как будто надо сам делать какие-то непонятные телодвижения. А мы, кстати, там еще внизу кое-что не посмотрели. А вон там еще ящик. Сколько у нас этих уже кусков? 4. Хоть каждый кусок один не занимает. Я расстроился. Ну, было, конечно, печально. Все-таки самый старый персонаж в серии. Ну, в сериале, точнее. Ну, что поделать. Ну, блин, актер ушел, потому что там ему учеба нужна была какая-то. Или что-то такое, короче говоря. Поэтому ему пришлось покинуть этот бренный мир в самом расцвете сил. Ничего нету. Так, пойду-ка я наверх, посмотрю новую локацию. Да, блин, ну прекрасно. Ну, самый старый, ну, по идее, самый старый, да, это шериф, конечно же. Но он тоже как один старт. Горит и ясно, что погас. Как же долго он хилится, а? Ядрить, я тут упал. Да ладно. А Вальчик ничего недоброе задумал, кузнец стоит за спиной. Ну, кстати, да, есть такое дело. Так. Сейчас мы прибьем вот этого рыцаря. Изи. Его брат Мэрил, что ли, как его там звали. Так, отлично. А, ну, тоже хороший актер на самом деле. Так. А, летучие мышки, значит. Маленький сапфир здесь штук, ништяк.
крылышко-то улетело. Так, серебряный кинжал истребителя орков какой-то дали. О, это что за дверь такая? Куда? Сдавать будем. Че, отсылка к Марио, что ли, или что? Да, я попал. Выпусти меня отсюда. Заживут теперь мирно придурки все эти, или будет снова жесть? Да, по-любому там будет какая-то жесть, какие-то непорядки. Это как жизнь настоящая, там так же все будет. Будут свои негодяи, свои недовольные, как обычно, что тогда будет? Просто лава. Так. Так что в любом случае, что-то там будет там. Там, тем более в трейлере было показано, что опять какие-то непонятки, недовольства. Мать. Что-то я так упал как-то непонятно. Кто-то соскользнул. Ну хотя бы здесь. Расположено это все дело. Хамелеч. Хамалеч, что ли, что-то. Вот тут летучих ушей, кстати. Ого, тут целая, блин, прям стадия. Че за? А, тут надо их разбивать, чтобы дверь, наверное, найти. О, кто там что-то такой синий дает? Гатчан какой-то, что за гатчан? Пускает молнии, производит врагов. Ух ты! Новый питомец у нас. Сволочь. Ну да, сейчас сволочь. Подумай. Сюда, иди сюда. Мать твою! Сволочь, иди сюда. Ну ты козлина. Мне никто не уйдет. Осталось еще камни, у меня два. И что, в итоге я тут сделал? По идее, получил эту херню и все, да, типа, за счет этого, как бы, питомца, короче, получил. Так, здесь секретов нету. Выход должен быть.
А может, если всех летучих мышей загасить, выход появится? Это тоже не факт. Думаю, обычный лук. Чёртовы крылья. Да, блин. Медленно. Что было написано? Хамалич. Вот. Давай, давай, Рин, тебе тоже добрый снова, спасибо, что зашел, приходи еще, ведущая, приходи еще, спасибо, что заглянул. Мне кажется, надо всех летучих мышей загасить, вот, я прям чувствую. Подожди, тача, сволочь. Может, эту хрень надо? Но я-то могу отсюда уйти, у меня же нимб есть, в принципе-то. Так-то что отсюда уходить? Что не зафиг? Ну смотри, обратно я уже не допрыгну, это точно. Обратно я уже куку вниз улечу. Да нет, скорее всего, просто выбраться. Это такое испытание маленькое. Все просто. Да, только нимбом. Так, ну у меня уже наконец-таки полное здоровье, и уровень вот уже прибавляется. Так, сейчас мы тогда... Нам еще осталось немного, три части еще дополучить, как говорится, этого. Так, туда я, по-моему, пришел. Значит, вниз. А тут какая-то еще печать была. Вот. Так, тут еще лестница. А, ну вот этому надо будет принести, кажется, все необходимые элементы. Тут три куска щита нужно найти. Блин, там что-то есть за этими печатями. Как туда попасть, я только не знаю. Причем против броню хорошо идет, потому что ты уже булаву разбираешь. Пойди, да. Так, мне надо найти... А, вон, я вижу ящик внизу. Это мне надо, получается, было с той стороны, блин. А, подожди, а могу ли я оттуда пройти? Могу. Что так могу? Вон тут уже тоже ящик есть. Блин, они прыгать падают умеют.
опять эти проклятые клоуны тут. Не упустил я тут ящик. Взял. Так, быстро спалесосил и пошел. Так, зайду-ка я в магазинчик. Еще один вход нужен. Какие книжки есть? Том волна, который я потяну, допустим. Так, продам вот это. Навык владения булавой. Ого, булава уличная. Увеличит урон и бонусный урон по оглушению целям для ваших молотов. Эффект может складываться до 0 раз. Эффект попадка с вашей смертью. Да, понятно. Покупать я не буду это. Добрый кинжал, меч кинжал. Топор войны. 360 урон. Светом. Так. Доспехи нужны. Ну, я, конечно, могу купить. В принципе, 800 монет. Ладно, пока оставлю. Хотя, давай купим. Потом, может, наденем. Сколько там нужно? 14. Два уровня там изи. Так, последний кусок остался. Где-то же он должен быть. Какие-то печати есть, как бы их так найти? Блин, где же я? Один кусок остается. А, вон, вижу. Козлина, как же он попадает? Шикарно. Ну как у меня цель, блин. Палкой, блин, выручалкой достал-то. А, ну конечно, блин, почему меня здесь зареспанило-то? Что по всех там? Так. Теперь еще опять это место. Чекпоинты.
да. Да твою медь, блин. Дивизию, блин. Стрелы кончились. Так, все, есть последний. Есть последний элемент. Все, теперь идем обратно. О, вот здесь мы, кстати, не были. Да, блин, пару дней у нас. Так, что-то есть. Что-то к освещению. Больно, удар, конечно. Так, все, задание сейчас выполнено. Сейчас мы возвращаемся. Здесь я был, помню. Козлы, а. Дошли наконец-таки, горе пополам. Привет, Ордуина, дух защиты. Я принес тебе все, что ты просил. Невероятно. Благодарность за это я передам тебе свои знания. Да не зайдет на тебя ограждающий от всех врагов напасти защитный покров, а древние руны станут понятным глазом твоим. Магия защиты позволена настроить персонажа, который вы можете использовать заклинание защиты и силу сопротивления с вашим уровнем познания при применении магии. Так, передвижная крепость. Вы успешно прошли испытание чистейшего духа и получили знания о защите.
Так, том защита в ближнем бою. Создает вокруг вас защитный слой, поблокирующий треть урона холодного оружия. Ну хорошо. Так. Ага. Кристальный порошок нужен. Ну, уже неплохо, ребятки. Задание мы тут повыполняли. Походу все уже осмотрели. Как я понял. Тут же вроде не осталось таких недосмотренных локаций. Так, а у нас же получается ключ есть, да? Ключ от палат, ключ башни. Вот уже и ключ башни есть. Получается так. Так, сейчас мы тогда посмотрим. Один момент. Получается. Вроде я тут все осмотрел. Хотя вам какая-то темная комната показана. А вдруг я мог упустить комнату? Так, ну я посмотрю сейчас быстренько, если там я что-то упустил, хотя бы я пойму для себя. Наверх, здесь, по-моему, слева что-то есть, как будто бы. Хотя я могу ошибаться. Сразу нормально. А, вот же, мы еще тут не осмотрели. И надо было сдохнуть мне, конечно, тут. Не забей все факи вот тут. Черт, возьми, блин. Подлая игра, блин. Я тут не все факелы зажег. Так, бравый боярин, вы даже все одни в палатах, отлично. Это значит, что я все нашел. Красного порошка до хрена просто. Ага.
Так, ну понятно. Короче, можем отсюда выбираться. Вроде все осмотрел. Да, вот сейчас вроде показано, что все. Там зажег как раз таки, понятно. Синие палаты, короче, я осмотрел. Так. Теперь у нас остается новое место. А я даже знаю, какое. Ключ от башни, я знаю, куда его применить. Так, ключ от башни. Давайте его сразу посмотрим, применим, куда он там ведет. Мне просто интересно. Все-таки мы какие-то секреты еще не посмотрели. Там были какие-то печати. Как их получить, я вообще не понимаю. Так, вот место. Все, отлично. Странные места ведут тебя, шаги твои. Ага, раху воришка. Разгромные слова твои. Что ты здесь делаешь? Тебе не кажется, что ты далековато забрался? А поделиться здесь учетом? Чего? Три вещи в сундуке скрывают эти, но одну только можешь выбрать ты. По дорожке своей звучит вот твою, каждая поведет. Мудро выбирай. You must wisely choose. И каким же образом я должен определиться, какие есть варианты? Может, подсказать шуточкой побольше? What clues do I have? Неисповедимый суд твой пути. Короче, ты и сам нифига не шаришь. Оракул шмаракул. Чем ж мушкатуки открываются? То любой ключ тебе необходим. Вручить его могу за 200 секунд. Да как ты смеешь требовать грандомастера ордена джедаев деньги за это? Случай такого за самое не случай, остаться буду рад. Идет по рукам. Тебе повезло, что я ненавижу насилие. Вот твои деньги, старый пройдоха. Давай сюда ключ. Now give me my key. Ладно, его использовать однажды только помни, можешь ты. Remember, you must. Choose a chest, open it, and keep its content until the end of the game. The item you choose will define the end of the game. Ого. Ключ судьбы я получил, ребята. Прям наваждение какое-то, ключ судьбы. Там он еще какая-то дверь. Конечно, чтобы сохраниться, ну, один, значит, только ящики могу открыть, да, получается? Вообще, конечно, можно было бы средний открыть. Или нет? Давайте откроем, наверное, средний. Судьба нескончаемой агонии мне выпала. Неизбежность, ожидающая вас в финале. Это сундук заперт. This chest is locked. Оригинально придумали три сундука. Так, короче, мне достался ключ судьба нескончаемой агонии. Раритет. Неизбежность, ожидающая вас в финале. Что же меня там ожидает, босс? Блин, я еще столько тут не испытал всякого интересного. Связано. А уже агония? Не знаю. А, ну вот я отсюда пришел, получается. Вот теперь. Так. Зелень видимости невидимого. Отлично. Большое. Ненадолго улучшает ваше зрение, позволяет видеть невидимых существ. Оно приветствует тебя.
Достоин восхищения. Твое могущество растет с каждым твоим шагом. Так и есть, но враги тоже, знаешь ли, окрепчают. Кстати, что это за место? Это заброшенная башня, обитель духов и стенающих призраков. Правда? А ты в ходе стенающий призрак? Я не местный, я здесь только для того, чтобы предупредить тебя. Будь осторожен, призраки невидимы глазу, только божественная магия света может поразить их. Невидимые, но если я их не увижу, то как я смогу их убить? Чтобы нанести им урон, совсем не обязательно их видеть. Используй магию света, единственное средство. О, спасибо за совет. Рад оказаться для тебя полезным. Рад оказаться для тебя полезным. Терпеть не могу эти стынащие рожи. Если бы его поймали и превратили в раба вместо тебя, то получился бы отличный стынающий Зеро. Зеро все отжигает. Так, понятно. О, какая-то дверь. Черт, я тут провалиться могу куда угодно, но я вижу дверь. Так, ну что ж, наш путь уже выбран, так что... Что выбрали, то и выбрали. Ну, я уже вижу клетку. О! Мы уже практически открыли все двери. Осталась одна. Ага, призраки мне атакуют. Ах ты ж... Охренел! Ну, верни мое добро. Ну, заточенная злоба. Так, ну свет у меня есть, достаточно света. Епона мать, куда я упал? А еще летучие мыши давайте. Экскалибур обратно все вернул. Скоты налетели на меня тут, а? Мерзкие твари, анти сволочи. Я, наверное, тогда там досмотрю до конца уж. Черт, что-то место знакомое. Я тут, кажется, был. А, вот оно, значит, куда вело. Вот и ключ, кстати. Вот-вот, ребята, все соединилось. Отлично. Все ясно, короче, вот то место. Надо же. Так, ну теперь нам получается, куда нам идти? Так, ну ладно, этот мы пойдем туда. Анкора Баш Зера, your health has been restored. В общем, ребята, оставим это уже все на завтра. Сегодня плодотворно побегали, побили двух боссов.
намучились, очень, так сказать, сильно, но свое мы выполнили. Так сказать. Так что, ребята, оставим уже на завтра это прохождение. Сейчас пойдем, наверное, уже заниматься своими делами. Так что, ребят, спасибо, что смотрели. Завтра будет у нас стрим. Завтра... Во сколько он будет-то? 8:30, да. Завтра по Москве у нас будет стрим. 8:30. Так что приходите. Будет интересно. Завтра уже, наверное, финал будет, так я, как я думаю. Может быть, завтра успеем и пройти игру. Так что не факт. Ну, потолок еще 2 стрима завтра. Может быть, еще послезавтра. Но мне кажется, что завтра я смогу уложиться в один стрим. Если, конечно, приложу усилия. Да не факт. Ну, в любом случае, ребята, ждите. Всем спасибо. Я думаю, еще стрим отцать. Да, будет еще стрим отцать. Десяток стрим отцать. В общем, ребята, всем спасибо. Всем до завтра. Пока-пока. Пока, ребятки.